приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 19 мая – это особый день, когда наступает время, самое благоприятное для подключения к денежному потоку. В этот день энергия финансового изобилия наполняет нас, и мы можем привлечь процветание и достаток в нашу жизнь. Проявляя осознанность и правильные действия, мы можем воспользоваться этой возможностью и улучшить наш финансовый поток. Что можно сделать в этот день, чтобы привлечь деньги? Важно начать сознательно настраиваться на изобилие, верить в себя и свои финансовые возможности. Важно иметь ясное, четкое представление о своих целях и стремиться к достижению своего благополучия. Очень хорошо подойдут медитации, визуализация. Это будет мощный инструмент привлечения денежного потока. Поставьте себе сегодня цель. Представьте себя окруженными изобилием и богатую, финансовую, успешную жизнь. Позвольте себе проникнуться чувством благополучия, которое вы испытываете в этом состоянии. Сегодня у многих будет появляться желание настроиться именно на положительные изменения в финансовой сфере. Число 19 связывается с особенной энергией успеха и лидерства, так как оно ведет к номеру 1. Эта энергия может помочь человеку стать более решительными и нацеленными на достижение своих материальных целей. 19 мая хорошо провести время, оценив свои доходы и расходы, а также задуматься о путях их оптимизации. Можно настроиться на положительное мышление, задать себе конкретные финансовые цели. Данный день подходит для начала новых проектов или инвестиций, особенно если они были хорошо продуманы заранее. Магическое воздействие этой даты может использоваться для выполнения ритуалов на привлечение денег. И в этот день сегодня можно сделать совершенно легкую и простую практику. Достаточно просто на протяжении всего дня на подоконник, где светит солнце, положить 9 монет любого номинала. Далее нужно сказать такие слова. «Как солнце встает, так и благосостояние в моем доме растет. Как ветер дорогу расчищает, деньги в мой дом поступают. Энергия денег и изобилия приходит в мой дом». И я открываю свой денежный поток. Вот говорим 3 раза. Пусть ваши монеты лежат ровно сутки. На следующий день их забираем, и их можно спокойно тратить, как обычно. Все. Именно сегодняшний день обязательно используйте для того, чтобы можно было подключиться к потоку возможностей, которые предоставляет сегодня Вселенная для каждого человека. Обязательно настраивайтесь на успех. Идите к своим целям, и вы обязательно сможете реализовать то, о чем мечтаете. Сделайте сегодня шаг к тем энергиям, которые вам предлагает этот особенный день. Так как 19 мая – это ваш день привлечения денежного потока. Верьте в себя, действуйте и откройте двери к финансовому изобилию.